Так, Ошин, Рождество уже скоро, так что мне нужна твоя помощь. Ладно, ладно. Готовим рождественский ужин с родаками. В прошлом году я просто зашивалась, так что в этом году лезть из кожи не буду, так? Приготовлю только индейку и окорок. И жареную картошку. И морковь. Цветную капусту в сыре. Пастернак. Говядину Веллингтон. Картофельное пюре. Картофельные крокеты. Картофель дольками. Картофель гратен. Картофель с сыром. Чипсы. Тетя Роуз теперь веган. О, эта женщина не может не создавать трудностей. А, и кузен у Коннора едет только спагетти и пиццу. Они будут есть то, что им положат. Не влезает. Чё? Она не влезает в духовку. Индейка. Она чудовищно огромная. Она как страус какой-то, ей-богу. Зачем ты взяла такую большую? В том году осталось так много лишнего. Я не хочу, чтобы кому-то не хватило. Мам, в том году мы ее доедали до июня. Индейка карри, индюшачий суп, индюшачьи фрикадельки. Да, рулет из индейки, от него еще осталось. Молодец, что напомнил. Надо освободить место в холодильнике. Доешь-ка эти яйца. Допей-ка молоко. Доешь корнишоны. Доешь майонез. Этот ужин меня в гроб сведет. Зачем ты так надрываешься, если это такой стресс? Ну, это ты, может, предпочел бы несколько тостов с нутеллой? Ну да, так и есть. Еще чего захотел. Оказывается, окорок можно готовить в Кока-Коле. Боже мой, ну и гадость. Я готовлю в сидре. Мне нужно доделать рождественский торт. Мам, никто никогда не ест рождественский торт. Это вообще не важно, он должен быть в любом случае. Пойди разложи стол из красного дерева. О, мы в кои-то веки будем есть в столовой. Это красивый стол, я хочу, чтобы его видели. Так, и пойди-ка накрой его вот этой клеенкой. Что? Я не хочу, чтобы его поцарапали, Ошин. Мне брать красивые ножи и вилки? Да. Но не клади, их в посудомойку. Ну, хоть что-то в голове задержалось. Ошин, нужно 18 пакетиков изюма. Сколько пудингов мы делаем? 8 или 9. Да зачем нам так много пудингов? Я хочу сделать побольше на всякий экстренный случай. Разбей стекло, возьми пудинг. Бренди. Ошин, принеси бренди. Ошин, бренди? Молодец, спасибо, сынок. Боже, так мало осталось. Мы что, в том году так много истратили? Мам, можно Барри к нам придет на рождественский ужин? Ошин, Рождество — это семейный праздник. Ну, мам, ну пожалуйста, ну можно. Я уверен, что Барри хочет провести Рождество со своей семьей. Нет. Ты хочешь пойти с нами на прогулку в рождественский день, Барри? Ну вы идите гулять, а я останусь тут за домом присмотрю. Господь всемогущий, этот ужин меня просто в гроб сведет. Ну да, это тяжелый труд, мам, но теперь, когда все готово, ты можешь просто сесть, расслабиться и радоваться Рождеству. Я не радовалась Рождеству с 1972 года, Ошин. Принеси бренди. Мам, да нам не надо больше пудингов. Это не для пудингов. Это было ваше любимое ирландское трио Foyle, Arms & Hook и, надеюсь, тоже не менее любимый я, доктор Лемон. Как говорится, готовься не летом, а рождественский ужин, ну не прям летом, но заранее. В описании ссылки на их тур, мерч, патреона соцсети и на мои донаты. Спасибо огромное, донам.